Привет, друзья! Как видите, парковка забита до отказа. Все приехали на торжественную церемонию подведения итогов 2023 года. Не хочу говорить шаблонную фразу типа «год был непростой», потому что классный был год. Тысячи интересных машин всплывали то тут, то там. Аукционы Микум, Бономс, RM Sotheby's и, конечно, Бринго Трейлер как будто подарили нам экскурсию в самый классный автомобильный музей в мире. Через наш канал прошли в общей сложности 332 машины, и я предлагаю вспомнить их всех поименно. Начнем с лауреатов Бринго Трейлер. Поехали!
Тут прослеживается некоторая закономерность. Лишь 4 марки попадали в наш рейтинг каждый месяц. Это Ford за счет различных вариаций дорогих мустангов, в том числе Shelby. Это Chevrolet за счет корветов, как оригиналов, так и рестомодов. Это Porsche за счет 356-х и 911-х. И, разумеется, это Ferrari, но тут без комментариев. 10 раз из 12 в наш рейтинг попадали Mercedes, 9 раз Lamborghini, 7 раз BMW и 6 раз Jaguar с одной единственной моделью XKE. Остальные марки появлялись в наших рейтингах реже. Кстати, если вы смотрели не все ролики и вас заинтересовала какая-то конкретная машина, напишите в комментариях, и я подскажу, в каком именно ролике ее искать. Так, дальше у нас очередная партия лотов, собранных из всех остальных аукционов. Погнали!
Здесь цены на порядок выше, потому что традиционные аукционы, как правило, привязаны к конкретным датам и конкретным локациям и собирают самые сливки. Однако сейчас очевиден отток от традиционных аукционов к онлайн-аукционам, типа Bring a Trailer. Посмотрим, как это все будет развиваться в будущем. Ну а сейчас небольшой сюрприз. Если вы думали, что Ferrari 412P стала самым дорогим автомобилем 2023 года, то это не совсем так. Встречайте настоящего теневого лидера. Это Ferrari 250 GTO /330 LM 1962 года. Очень редкий Ferrari. И 250 GTO, и 330 LM одновременно. Да, официально самой компании Ferrari машина называется 330 LM, где LM – это лиман, а 330 – рабочий объем одного цилиндра в кубических сантиметрах. Умножаем 330 на 12 и получаем округленно 4 литра. Это был единственный 330 LM, построенный в 1962 году, вскоре после дебюта 250 GTO, и единственный с леворульной компоновкой, что нетипично для гоночной моды той эпохи. Он практически неотличим от подлинного 250 GTO, у которого он позаимствовал раму. Мощность с гоночными настройками составляла 390 лошадиных сил, что позволяло машине разгоняться до 280 км в час. Каким бы впечатляющим это ни казалось даже по сегодняшним меркам, для гоночных автомобилей того периода это не было чем-то необычным. Чтобы двигатель большего размера поместился в моторный отсек, колесную базу пришлось удлинить на 5 см, поэтому пуристы обычно вытесняют этот автомобиль из элитного клуба 250 GTO. Машина участвовала в Лимане от заводской команды Scuderia Ferrari, но через 7 часов была вынуждена сойти с дистанции из-за перегрева. Проблемы начались еще на первом круге, когда из-за блокировки тормозов Ferrari вынесла на песчаную обочину в конце прямой Мульсан. Радиатор получил необратимые повреждения, исход машины был лишь вопросом времени. После неудачной гонки оригинальный двигатель был заменен 3-литровым V12, а четырехступенчатая механическая коробка передач была заменена 5-ступенчатой. Обычно скупой на видеоролики RM Sotheby's опубликовал тизер со словами «Одна жизнь, одна машина, один шанс, не проморгай». В последний раз модель переходила из рук в руки еще в 1985 году, также на аукционе RM Sotheby's, за 500 тысяч долларов, что эквивалентно сегодняшнему 1,4 миллиона. Нынешняя победная ставка составила 47 миллионов долларов, но с учетом всех комиссий цена выросла до 51,7 миллиона. Это самый дорогой Ferrari, когда-либо проданный на аукционе. Мы не берем мифический 250 GTO, якобы продан в частном порядке в 2016 году более чем за 70 миллионов. Тем не менее, сумма не оправдала ожидания аукционного дома, который рассчитывал на 60 миллионов. Это не просто классика, а настоящая легенда, беспрецедентная часть автомобильной истории. Прошлый владелец описывал его как довольно приятный и легкий в управлении автомобиль, несмотря на полное отсутствие шумопоглощающих материалов. Этот Ferrari – обладатель множества трофеев с конкурсов элегантности и других шоу. Одним словом, идеальное завершение сегодняшнего ролика. Где же он был раньше, спросите вы? Дело в том, что машина была выставлена не на автомобильном, а на арт-аукционе. Да, надо привыкать к тому, что машины подобного калибра уже давно приравнены к искусству. Друзья, мы официально закрыли год. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли продолжать такой формат или придумать какой-то новый. Как всегда, буду рад подпискам и лайкам. До встречи!